34-летняя Ирина Шейк вышла на подиум на показе Versace. Модель повторила образ 54-летней Элизабет Хёрли. В 1994 году актриса появилась в роскошном платье с булавками на премьерном показе фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» вместе с Хью Грантом. Наряд звезды стал по-настоящему легендарным. Спустя 16 лет российская модель представила новую интерпретацию этого платья на подиуме. Ирина дефилировала в соблазнительном черном платье с булавками. Наряд подчеркнул утонченную фигуру брюнетки. Шейк томно смотрела прямо перед собой. Яркий макияж идеально подошел к ее платью.